Пітер, вітаю вас. Вітаю вас, Наталя. Да, да, рада чути і бачити. Перше питання таке. Після оприлюднення розмови між Порошенком і Байденом, ДБР розпочало розслідування можливої держзради з боку Порошенка. Бо під час цієї розмови Байден давав вказівки звільнити Шокіна, генпрокурора, а Порошенко прохав його згоду на призначення Луценка. Це викликало обурення з боку колишніх американських послів США в Україні. А якою була б реакція правоохоронних органів, скажіть, і Конгресу США, якби з'ясували, що президент Штатів погоджує з іншими державами кадрові призначення? Це було б підстави для імпічменту та кримінального переслідування? Ви знаєте, Наталя, вопрос дуже хитро і умно сформулірований. Знаєте, мені здається, що Дональд Трамп просто... Обычно я все формулирую хитро и умно, как правило. Да. Что? Да. Знаете, ну, Дональду Трампу правила, судя по всему, вообще не писаны. То, что он сделал после 16 года в ходе своей предвыборной кампании, что и привело к расследованию Мюллера, мы это неоднократно с вами... Питер, я спрашиваю сейчас о пленках Порошенко и Байдена, а не что сделал Трамп. Что, Дональду Трампу никакие правила не писаны. И если мы возвращаемся сейчас к пленкам, то, во-первых, я должен сказать, что команда Байдена готовит очень серьезный ответ на эти обвинения. Я не могу сейчас разглашать свои источники, это пока держится в секрете. Но нужно сказать, что, ну, в первую очередь, господину Зеленскому мне очень странно, как и он может рассуждать про эти разговоры, эти договоренности, когда у него самого состоялся этот злополучный разговор в июле прошлого года, который привел, собственно, к слушаниям по импичменту американского президента. То есть вы помните содержимое разговора в июле 2019 года между Зеленским и Трампом? То есть сейчас Зеленскому обвинять своего предшественника в каких-то неправильных и некорректных договоренностях, обещаниях, очень и очень странно, учитывая, что сам Зеленский обещал разобраться с расследованием, обещал поставить собственного, то есть решить вопрос через собственного лояльного ему. Питер, я так раз... Розумію, що його держава Україна звинувачує і компетентні органи, не Зеленський. Вам хочу питання задати Сергій Лямець, а потім Куксін. Пітер, привітствую. Мне очень нравится, как вы защищаете Байдена, поэтому я хочу предложить вам вот высказаться по такому поводу. Я, насколько всем нам известно, в деле об импичменте Трампа ничего не получилось. И суд признал, что Трамп не заключал никаких соглашений с Россией. А вот в деле Байдена почему-то демократическая партия, Байден, всячески противится тому, чтобы произошло объективное расследование. Брал ли сын Байдена деньги в Украине и в Китае? Скажите, пожалуйста, а почему вот такое сопротивление? Почему бы не выйти перед людьми и не признать честно, да, брал деньги, но даже снимал генпрокурора, но я не виноват? Сергей, вообще хороший вопрос. Я, ну, в первую очередь, хочу сказать, что демократы понимают, что суть этого расследования, на котором настаивают республиканцы, она сугубо политическая. Ну, дело это все началось спустя... Как и дело об импичменте, согласитесь, да? Ну, конечно, ну, во многом да, но, в принципе, импичмент — это есть, в первую очередь, политическая процедура и не юридическая. И они видят, что вот как только Байден заявил о своем участии в предвыборной кампании, об этом уже начали говорить и начали рассчитывать, какой из кандидатов от демократов наиболее вероятный оппонент Трампу, наиболее опасный. И вот как только начал набирать обороты Байден, вот начали сфабриковываться вот такие разные истории, в том числе и история с Хантером Байденом. Причем я здесь, сидя, не могу вам сказать, что состава преступления или, по крайней мере, конфликта интересов со стороны Хантера не было, я не знаю. Спасибо. Евгений Куксин хочу вас питати. Тобто, Пітер, ще питання у Куксіна, спочатку, прошу. Маленька ремарочка, тобто за вашою логікою, якщо людина вирішила стати кандидатом в президенти США, то будь-які справи проти неї апріорі не можна розслідувати, ну тому що як, це ж кандидат в президенти США. Ну і ви згадали про імпічмент Трампу, який, ну, ініціювали влітку. Ну, за дивним співпадінням, сьогоднішні захисники Байдена, ну, демократична партія, і були ініціаторами якраз того, ну, процесу імпічменту. А я от згадую події в грудні Верховної Ради минулого року, коли депутат від БПП Максим Курячий забув, що за трибуною мікрофон вімкнений.
І коли голосували за пільги для того, щоб компанії, які добувають уран, щоб їм скоротили видатки, то він наводив дуже такі логічні аргументи, чому за цей закон, за цю правку треба проголосувати. Він каже депутатам: ви що, дурні? Це Пері попросила. Пері – це Рік Пері. Знайоме вам прізвище? Міністр енергетики, так. Тобто народний депутат від БПП прямо каже своїм колегам: друзі, ви що, забули? За цей закон нас просив голосувати Рік Пері, міністр енергетики, ну тому що американська компанія заходить. І, а питання взагалі про інше. На цих плівках Петро Порошенко просить Байдена припинити фінансування іншої політичної партії. Як ви це прокоментуєте? Ви знаєте, ну, я не знаю. Я, если честно, не слышал вот то, о чем вы сейчас говорите. Во-первых, нужно сказать еще, возвращаясь к тому, что мы вышли на этих тёлках, сам президент Порошенко не признает, что они вот полностью состоялись так, как мы их услышали. То есть еще следствием украинским нужно будет доказать аутентичность этих пленок, не только голосов, но и содержимого. Потому что мы уже имели дело с этими пленками, с другими пленками, и мы знаем, что пленки подтасовываются и всячески фальсифицируются. Да? Это, но что вы говорите именно по поводу просьбы каким-то образом повлиять на своих политических оппонентов, я на самом деле не помню. С другой стороны, я вам скажу, что я действительно помню. И на это обращают внимание все американские СМИ, которые прокомментировали ситуацию. Всі це які? Пул демократів чи пул республіканців? Це ж важливо. Washington Post, в першу чергу, Wall Street Journal, New York Times, ссылка на Reuters. Это то, что ни разу во время этих разговоров не упоминалось, что компания Бурисма, она не фигурировала вообще. Также обращалось внимание на, собственно, фигурант главного репорта этих пленок, это человек, который опубликовал, это господин Деркач. И обращалось внимание на то, что господин Деркач является выпускником школы, высшей школы КГБ имени Дзержинского. И я вам скажу, просмотрите все американские СМИ, иначе как вот на российскую спецоперацию, на эти пленки никто по-другому не смотрит. На неком таком уже втором раунде сговора между Трампом и Путиным, который был... Питер, еще один вопрос к вам. Подождите. Еще один вопрос к вам, и все. И мы сейчас перенесем дискуссию в студию. Просто я хочу напомнить, что Шокина просили снять как раз со своей должности из-за компании «Бурисма», потому что он вел это дело. Поэтому говорит, что в их разговорах не фигурирует эта компания. Немножко так мы натягиваем сову на глобус. Шокин это был настолько коррумпированный прокурор, что его отставки требовала как американская сторона, так и украинские и европейские партнеры. Непонятно, почему кто-то у нас может требовать отставки наших прокуроров. Прошу. Если позволите, вопрос господина Залмаева, короткая реплика. Перед этим, так, в пленках, которые господин Залмаев опровергает, господин Порошенко говорит, что мы не нашли доказательств вины Шокина ни в чем, но он уйдет в отставку. В пленках есть такая цитата. Порошенко говорит: Шокин ни в чем не виноват, но мы все равно его уволим. Залмаев, просто простой вопрос к вам. Вы работаете на телеканале «Прямой» Петра Порошенко и получаете ли вы там зарплату? Я работаю на телеканале «Прямой», но хозяином телеканала «Прямой» не является господин Порошенко, а им является господин Владимир Макеенко. Ну, то есть вы врете даже здесь, окей. Hello, Питер. Я вам хочу сказать, что, знаете, вот когда вы начали говорить о телефонном разговоре с Зеленским, а потом перешли к выпускнику Академии КГБ, ну вот железно украинский Питер и все его... СМИ в пуле, которые с ним работают, они вот именно этот темник с самого... Сначала пауза была два дня. Я закончу, подождите минуточку. И вот потом все в один голос начали говорить именно то, что вы сейчас озвучиваете. То есть мы понимаем, что у вас сейчас главная задача каким-то образом отбелить того человека, который представляет в этом телефонном разговоре Америку. Но меня вообще не интересует, вот как украинца, как народного депутата, честно вам скажу, вообще не интересует, как будет Трамп разбираться с Байденом. Меня интересует наш президент Петр Алексеевич Порошенко, который фигурантом является именно в этом разговоре. Порошенко уже не президент, извините. Вы знаете, что у нас в стране президент — это вечное звание, вечное.
Поэтому я хочу сказать, что для меня важно расследование именно в этом направлении. И те обвинения, которые сегодня выдвигают юристы, криминалисты по поводу того, тех статей Криминального кодекса, которые были нарушены в этом разговоре, им, как президентам, они подводят это к измене Родины. А это серьезная статья. Поэтому для меня важно, было ли именно так в этих словах что-то такое, что подводит его под эту статью. Вот это для меня очень важный вопрос. А вам не важно также расследование разговора, который состоялся между исполняющим обязанности сейчас президентом Зеленским и Трампом в июле прошлого года? Вам не важно то, что сейчас происходит, и, судя по всему, он исполняет обещания, данные Трампу, в разговоре 2019 года могут привести к ситуации, что на выборах в ноябре 2020 года выиграет Байден, и тогда что мы будем? Опять Я вам отвечу. Все, что было в этом телефонном разговоре, есть в расследовании по импичменту Трампа. И там сказано и доказано судом американским, которому мы доверяем, что там ничего нет такого, чтобы можно было обвинить или Трампа, или Зеленского в измене Родины тому или другому. Дякую, Олександре. Все, дякую, Пітер, що доєдналися.